Сейчас снимаю. Кто снимает? Кто снимает? А ты сейчас увидишь? Я снимаю, Алиса Пачка. Алиса Пачка, да? Почему Алиса Пачка? Ой, Дарья Наварская. Все? Ой, Дарья Наварская. Выключи свою эту. Я выключу. Привет, Гавайская. Даша, пошли нам поцелуй. Поцелуй. Сейчас нажать надо. Мы в салоне «Апельсинка». Это процедура называется как? Файеркат. Файеркат по лечебному перфорации. Файеркат делают. Будут волосы гладкие. Какой еще эффект? Волосы станут здоровые, блестящие, гладкие, легко расчесываемые. За счет огня мы кутикулы прилегаем к стержню. Голова не загорит? Не загорит. Сейчас без волос останешься, лысая будешь. Спирт горит? Это спирт? На бензинчиком. Бензинчиком, красота. Это круто, да, завидуйте. Котёночек, привет. Катюшка, привет. Пачка, это я, да. Шо-шо-шо. Покажи себе там. Покажу сейчас себя. Стрижка-вспышка называется. Это Пачка, да. Всем привет. Серега спит, не знаю, спит, не спит. Дома. Что у нас происходит? Мы в салоне, вот, делаем такую процедуру. Салон находится в Кудрово. Это областная, дом 1, район Новая Кирвиль. Такие классные штуки здесь делают. Приходите все. Какая Пачка? Как Гошан? Гошан на Шри-Ланке отдыхает. Ну, все хорошо. Как вы думаете, еще можно быть на Шри-Ланке? Пупсик переживает за тебя. Котеночек, не переживай, все будет хорошо. Как будто ведьму сжигают. Ну так вы вот видели трансляцию, как называется? Сжигание ведьм, да. А для чего эта процедура? Рассказывайте, девочки, для чего эта процедура? Ну, это идет глубокое восстановление стержня. Глубокое восстановление стержня волос. Расскажите подробнее по... Девочки, давайте подробнее про процедуру спрашивают тут все. Для понтов. Так, бутылочки все покажи. Бутылочки. Это не все, да? На биоэстетике мы работаем? Да. Вот это у нас состав. Цена и чистота. Что за чистота? Чистота, в смысле, как сколько? Раз в 3 месяца. Раз в 3 месяца. Фирма Биоэстетик. Французская. Волос не восстанавливается вообще. То есть люди считают, что после этого и вообще волос не восстанавливается. Ну конечно, как же они запечатывают? В смысле, волос, но... От корня до кончика. Нет, корень. Кто там? Нет, до корня он не доходит. Корень как бы... Мы восстанавливаем сам стержень. Запаиваем вот эти кутикулы, которые... Чешуйки. Ну, вообще кутикулы называются. Ну, а вот спрашивают, тут кудри реально? Нет. Нет? Нет. Как были кудри, так они останутся кудри. Мы просто вылечиваем длину волоса. Угу. За счет огня мы вот впаиваем все вот эти нужные компоненты. А цена? Цена вопроса. А сколько? От 2500 в зависимости от длины волос, да, получается? Да, но между прочим, это у нас самое дешевое. Я вообще думаю, что делаю за 10 000. Нет, это Пачка снимает. В городе идет от 5-7 тысяч. 3 года назад 10 000? Да. Да. 3 года назад это стоило 10 000? Но я делаю за 10 000 3 года назад. Проще бензином облить, кто. Конечно, проще. Вы обливаете. Да.
смотрите, я сейчас поближе вам покажу. Вот так вот. Я в шоке. Почему Пачка? Пачка — это моя фамилия. Что вы, ребята, не знаете Олеся Пачка? Класс вообще. Котеночек говорит, что она тоже хочет. Котеночек, я тебе могу подсказать, куда тебе надо приехать, чтобы сделать. Это у нас адрес. Район Новая Кервиль. Областная, дом 1. Это здесь новостройки. Как называется процедура? Еще раз. Файркат. Файркат. Да не сожгут ее. Не сожгут, не переживайте. А он запатентован психологами. По медицине перфорез. Не говори лучше про слово. Перфорез? Да, звучит как перфоратор какой-то. Пойду я на перфорез. Вот вам Пачка. Пока тут Файркат. Файркут. От слова огонь, да, получается? Да, неправильно немножко написали. Какая температура на горячей палке? На горячей. Ну, 100 градусов, походу. 100 делаем. Градусов. Это я уж так читаю. Я Пачка. Что мы делали? Мы сейчас делаем процедуру Файркат. Волосы после этого запечатываются и становятся гладенькими, здоровыми, красивыми. Процедура, сколько это вообще держится? Ну, не процедура, а эффект. Три месяца держится этот эффект. Это фамилия. Огонь любит масло. После этой процедуры желательно ухаживать маслом. Каким маслом лучше ухаживать? Ну, естественно, лебестетик. Масло, ну, любое масло на самом деле для кончиков. А его наносить масло нужно на мокрые волосы, на сухие уже, когда посушили. Не-не-не, это не опасно для волос, это наоборот. Это наоборот, да, это очень хорошо. Скажи, что мы потом включим, еще раз покажем. Да-да-да, у нас немножечко садится телефон, сейчас мы закончим трансляцию и чуть попозже еще вернемся. Вы увидите фотографии до, после. Ты сфоткала, да, все? Конечно, у нас уже есть работы в нашем аккаунте. Можно посмотреть. Конопляная можно? Можно, конечно, втирайте вообще в себя его. Втирайте в себя его. Сколько стоит? От 2500 зависит от длины волос. Оля. Крапива помогает? А, что? Помогает в голову? Ну, крапива — это же вообще, мне кажется, лечебная травка. Ну, это от 2500. Церковь походите, я не знаю. Сколько по времени делается эта процедура? 45 минут. Сколько? 45 минут делается. Крупиво. Спасибо за мои брови, спасибо. Рисовала сегодня целое утро. Что? Брови мои нравятся. Кривые. Аминокислоты в голову хорошо? Мне кажется, кирпич в голову очень хорошо. На самом деле, наши луковички, они стимулируются за счет сосудов. Да, и там любой стресс, волосы начинают выпадать. И, ну, даже вот эти вот перцовые маски, на самом деле их не надо делать, Оля. Ты же делала, да? Да, перцовый, клёво, мне кажется. Да, нет? Я не могла смыть голову и посушить веном. Происходит стресс в луковице. Стресс был сильный. Ладно, мы, короче, завершаем пока нашу... Ты попрощайся? Давай. А, нормально так. Да, это даже будет лучше. Еще вернемся.